Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить NFS Most Wanted. И сейчас я загружаю гоночку, и как я вам обещал в предыдущей серии, мы будем именно продолжать. Итак, я взял свою ламбу, точнее, я ее никуда не убирал. Мы с ментами гонялись в предыдущей серии. Короче, надо пройти секундомер на ней. Я не знаю, мне почему-то хочется этот черный список пройти именно на вот этой Ламборджини. Тем более, вроде бы я к ней начал тихонечко привыкать. Ну, на старых машинах тоже ездить же не камильфо, правильно? Но иногда тоже надо. Кто-то мне говорил из моих знакомых, что играл, проходил черные списки до того момента, пока не появился Mitsubishi Lancer. И лишь на Лансере прошли полностью всю игру. Да, именно Most Wanted, или Wanted, как там правильно, неважно. Это не NFS Underground, где можно на одной тачке прям с самого начала пройти всю игру. Тут немного все по-другому. Тут влияет каждый фактор, такой как ускорение, турбонаддув, там еще всякая фигня. Если показатели будут низкие, ну ты просто не обгонишь своего соперника, как ни крути. Поэтому приходится брать тачку новее и, естественно, в нее вкорячивать самое дорогое железо. Так, 37% еще только. Господи, сколько тут ехать-то надо? Я пока также не профи, не получается идеально все проходить, но я буду стараться. Так, проезжаем. 12 секунд, в принципе, неплохо. Это что был? Какой КПТ? Я не понял. Ай-яй-яй. Блин. Так. Есть. Блин, как хорошо, что пока ментов нету. Я этому прям радоваться, ребята, никак не могу. Так. Опачки. Блин. Сносит. Да, сносит шикарно, конечно. Вообще, ребят, я, допустим, думаю, по-любому кто-нибудь меня спросит, то что, почему именно вот эту NFS я для прохождения выбрал, ребята, а именно, если будет такой вопрос, я хочу прямо сейчас его озвучить, чтобы не было недопонимания. Эту игрушку однажды просто скачала себе на компьютер, а делать нефиг. И когда была у меня минутка такая свободная, я просто в нее катался, она мне нравилась, она... мне понравился ее геймплей, но ни разу я ее до конца пройти не мог. В данный момент мы ее просто именно проходим. Я вот дальше, честно говоря, уже я далеко прошел своих прохождений, даже вот этот Васкис, который у нас был, лысый мужик в очках, я на нем еще даже не играл. То есть я дальше не знаю, что по игре. Ребята, я реально в предвкушении сюжета. Я специально не читал прохождение, как, что здесь делать, что, зачем идет, для того, чтобы было лишь интересно. Я понимаю, что вы все, наверное, заядлые гонщики. Вам просто хочется посмотреть альтернативные прохождения. Но, блин, ребят, я ни разу не смотрел, потому что я не был фанатом этой игры. Ну не знаю, может быть, зафанатею, когда ее все пройду. Ну посмотрим. Есть! Отлично! Мы прошли 161 км в час на лично 16 тысяч. Пока никто за нами не погнался, надо уходить, я думаю. Итак, черный список, ребят. Гоночки. Ну, гоночки, да, все, пари, потому что мы прошли в предыдущей серии. А сейчас акцент сделаем чисто на гонках. Так, спринтик, наверное, пройдем. А и опять же на этой Ламборджини. Блин, игра фризит маленько. На заставках, кстати. Ну что, 2-4, погнали! Вы все пристегнули ремень? Тогда вперед! Так, суперский поворот, который я обожаю. Блин, на супре, конечно, эти повороты лучше. Кстати, ребят, если кому-то интересно, почему я именно не на супре в данный момент... Потому что я пробовал проходить гонки на супре. У нее, короче, настолько старое железо, которое можно обновить. В общем, она не тянет, она не едет. Меня делают как стоячего. Повороты, да. Блин.
Вот это фейл, блин. Вот вы это видели? Внимание, округу 1. Серия звонков. Гонщики нелегалы. Примета одного есть в базе. Злостный нарушитель. Он двигался на юг через Financial District. Это про меня, походу. Отменить все второстепенные вызовы и следовать туда. Заметили? Я самый злобный нарушитель. Дополнительная информация, я еду вторым. И мой ник Ронни, ребята, Ронни. Кстати, хочу повторить для тех, кто, наверное, пропустил предыдущую серию и ни хрена не понял, почему у меня здесь Ронни написано. Последний раз просто повторю, чтобы уже все были в курсе конкретно. У меня полетела винда на компе. Стерлось все и сохранение диски ценной НФС. Проходить заново ее, короче, это просто выстрел в голову, как я говорил. Это нереально, и так много времени уходит, поэтому я в интернете скачал готовые сохранения черных списков и взял сохранение того черного списка, где мы с вами остановились. Что у нас поменялось? Фейковая наличность в гараже, количество тачек и ник. А остальное все, как мы проходили, так и будет, ребята. Ничего никто никуда не делся. Я понимаю, что в Детайленде у меня был, произошел фейл, там что-то в дальнобойщиках было, в Корсарах постоянные фейлы. И, пожалуйста, я не изменяю своих традиций, NFS, Most Wanted тоже у нас с фейлами. Так, меня догоняют. Блин, когда вот... заболтаешься, вот обязательно какая-нибудь фигня да произойдет. Кстати, то, что я первый, это зашибись. То, что это спринт, это не зашибись. Я привык на истребителе играть. То есть радар вылетания, когда... ё-моё! Я слишком много болтаю, походу. Так. Когда внимание... точнее, внимание всегда теряется, когда начинаешь много болтать. Ага. Прифризила немножко игрушка. Ребят, прошу прощения за фризы. Я говорил в предыдущей серии, я после перестановки винды не до конца настроил ОБС. Я еще не понимаю, что ему от меня надо. Хотя настройки все выставлены, как и прежние. Блин! Вот это жопа, конечно. Ребят, я надеюсь, вы меня простите за такие мелкие фризы. Ну, игра не полностью фризит, но моментами. Итак, 212 км в час, а личность 16 тысяч. А теперь надо свалить от ментов по-быстрому. Ребят, хочу повторить, вообще вот эта игра, именно на моем компе, иногда вылетает, просто вылет из игры, когда я заезжаю на бензоколонку, допустим, взрываю ее. Либо просто на треугольник. И поэтому мне приходилось иногда по 4 раза переписывать гонку. Из-за того, что я в отрыве от ментов заезжаю, меня тупо выкидывает. Я не пойму, что за фигня, но... короче, то, что записано, это когда меня не выкидывало из игры. Сразу скажу, никакими модами, никакой фигней я не пользуюсь. Играю, вот просто установил игру и играю дальше. Все. Максимум, что сделал, как говорил, сдул чужие сохранения. Все, больше ничего не менял. Но преследуйте, преследуйте. В принципе, есть возможность подделать еще пари. Блин, они меня опять увидели. Злочастная заправка, надеюсь, меня не выкинет из игры. Блин, картинка подвисла, я думал, что опять не выкинул на рабочий стол. Фу. Да, круто. Так, мне надо нахлаждение по-быстрому. Есть. Все, мы ушли от ментов, это было нормально. Рейтинг 4, продолжительность погони, экипаж выведен из строя 6, ну это нормально, общий рейтинг 10 тысяч. Давайте, ребята, приглашайся в гараж. Следи за индексом опасности, который копы присваивают себе. Если они поднимаются до 5, то тебя возьмутся всерьез. Тебе придется столкнуться с вертолетами, бронированными джипами и, что хуже всего, сержантом Кроссом и его ребятами. Не советую, съедят. Ну, это понятно, то, что мне уже предупредили, что будет офигенный рейтинг
уровень разыскиваемости, и расслабляться нам не надо. Ладно, это все понятно. Давайте еще пройдем. Сколько у нас? 4-7? У нас будут гоночки офигенные, ребята. Итак, с чего бы начать только, вот я не знаю. Истребитель, может быть? Я до этого говорил про истребитель, так что давайте возьмем и истребитель. Это на общую суммарную скорость. Ну что, погнали, ребята? Я просто в шоке, что у меня не зафризила игра на заставке. Это уже отлично. Я ничего не делал, ничего не изменял. Это не монтаж и не склейка. Я играю просто дальше. Как бы вот. Блин, мне нравится, как ламба набирает. Зашибись. Отлично. Это супер. У меня игра висанула. Но это бывает. Я надеюсь, этого больше не произойдет. Так, сейчас это все пропадет. Все, отлично. Ребята, прошу прощения за фризы. Ну, блин, я не понимаю, почему они происходят. Надо будет еще, наверное, опции в настройках, графики покрутить что-нибудь. Может быть, кстати, ребята, 145, я в жопе. Ладно. Может быть, такая хрень, кстати, ребята, то, что фризит игрушка, она вообще, если ее не записывать, она идеально идет. Когда я включаю запись, вот такая лажа выходит. Может быть, настройки графики у меня какие-то не те. Надо более новые, может, драйвера скачать, или наоборот, откачать к старым. В общем, надо покопаться с драйверами. Мне кажется, именно в этом проблема. Хотя не факт. 191 км в час. Я на втором месте. Так, как бы мне его обогнать? Да, аккуратно. Все есть, отлично. Блин, иди отсюда, таксист. Еще один. Блин, пока я с ним разбирался, меня уже обогнали. Как так? 193, но зато я первый. Это уже хорошо. Так. На 12 километров я всего лишь превосхожу. Это фигня. Так. Вперед. Но в этой гонке иногда не всегда правильно лететь, сломя голову вперед. Здесь главное скорость. Итак, блин, вот это было жесть. Я думал, я опять радар просто пролетел, и мне его не засчитали. А такое часто, кстати, бывает. Итак, погнали. Да ё-моё! Блин. Я не понимаю, почему меня сносит постоянно. Кстати, может быть, это проблема управления этого автомобиля. То, что когда быстро-быстро едешь, стоит чуть-чуть рулем вильнуть, а она уходит охрененно. 238, причем я еще въехал в стену. Отлично. А 1258 км в час у меня общая скорость. Я превосхожу неплохо своих конкурентов. И вот он, кадр прекрасный. Общая скорость 1198 км в час. Наличность 16 тысяч. Неплохо. Не обращайте внимания на мою наличность, она все равно у меня сдута с чужого сохранения. Я на этом акцент делать в игре просто не буду. Я буду акцент делать на тачках и на то, как я прохожу гонки. Итак, всего побед 7. Надо еще сделать парочку побед. Еще один истребитель, ребята. Короче, повторим. Вообще было бы логично вырезать все вот эти гонки и, допустим, один истребитель, один спринт и идти на черный список, но погнали. Ну, я думаю, ребята, это нечестно. Если уж проходить, так проходить полностью, ну, в смысле, записывать полностью, что я прохожу. Так, аккуратненько здесь надо быть. Ой-ой-ой-ой. Так, ребята, то, что я сейчас буду медленно говорить, не обращайте на это внимания, потому что я очень... 311, это отлично. Я просто очень сильно сконцентрирован. Чем больше я мелю, тем больше фейлов, короче, отмачиваю. Да и блин! Что еще известно?
Отлично, сейчас с нами еще копы будут кататься. Мне четверых в списке хватает. Еще троих, я четвертый же. Блин, я столько скорости просрал. Я в жопе в полной. Надо сейчас их догнать по-быстрому, иначе, блин, мне перепроходить ее придется. Ай-яй-яй-яй. Это танцы. Танцы на трассе называются. Есть танцы на льду, нет, танцы на треке на трассе. Блин! Вы бы видели, как он улетел. Это было жесть. Так. Догоняем. Ну, догнать это полбеды. Надо еще скорость развить. Кстати, заметил, если не клюнуть носом, то скорость снизится. 272. Отлично, я на первом месте, но это фигня. Мне в затылок дышат. Поэтому... Ну, отлично! Кто бы мог подумать? Естественно, копы. Вот Шумахер это, может быть, догнал, а я-то впереди него несусь. Когда едешь, думать не нужно. Нужно полагаться на инстинкты. Когда начинаешь думать, попадаешь в ДТП. А если базарить, как я, без умолку, то тем более. Так, ну это нормально. 218, но это не суперский результат, а радоваться рано. Единственное, что меня радует, 954 км в час общей моей суммарной скорости. Второй, ну, на 100 где-то примерно. Примерно, я не вижу, все мелькает, я не могу точно сказать. 198, но, ребят, тут повороты, зигзаги, поэтому это нормально. Я не могу нормально повернуть на этой машине. Просто так же, как Супру, кинуть в занос и повернуть. Ну, не могу. Охренеть. Ребят, я за 200 еду, и полицейская машина еще быстрее. Мне бы его движок. Так, аккуратно. Блин. Есть. Выруливаем. Мне моя скорость пока нравится. Шу, бля! Ага! Блин, черт! Стольник, блин! Как я обосрался! Всего стольник! Ну, блин, извините, я как мог так ехал. И это, кстати, при том, что я все равно первый. Да, снижайте, потому что у меня финиш уже. Давай. И есть. Это отлично, ребята. 1252 километра в час. И я первый. Несмотря на ту стоху, которую я все-таки получил. Итак, надо по-быстрому уже отрываться. Моя любимая локация, где я на изи это делаю. Я потерял его. Что, мне ждать их вообще или нет? Перед тем, как он потерял меня, ага. А я вот его вижу. Объект обнаружен, код 3. А, его нету. Тихо, вот здесь стоим и ждем. Вот просто... Тихо. Все, ожидание. Тихо. Вон он, видите? Вон он приехал. Он нас не видит. Мы типа... Мы шапку-невидимку одели. Тихо. Отлично, уже половина. Не дергайтесь, ребята, то нас услышат. Блин, он реально нас не видит. Какой же он лошара все-таки. Это жесть. Я могу так и 40 минут стоять, мне пофигу, мне не нужна погоня. Блин, отлично, ребята. Общий рейтинг 1500. Короче, меня все устраивает. И я думаю, пора... Так, пора. Нет, пора отсюда валить. Короче, погнали. Это на всякий случай. Это танцы на трассе.
Итак, я хочу все-таки зайти в гараж, надо немножечко заняться машиной. Итак, отделка, перекраска. Блин, у меня игрушка зафризерила. Ребята, простите. В общем, ребят, я вырезал ту фигню, потому что игра реально зафризила, картинка встала, я не имею права показывать вам этот дебилизм. Поэтому я сообщаю, что я сделал. Я покрасил тачку в розовый цвет. Я не знаю зачем. Диски черные, тачка розовая. И плюс я кузов маленько поменял, чтобы чуть-чуть машина отличалась. Итак, погнали, ребята. Это супергонка. Очередной истребитель. Мы тот прошли, все нормально. Это третий истребитель, ребята. Гонок очень много. С каждым списком, я говорил, и трассы увеличиваются, и сами гонки. 232, нормально, так едем. Блин, опять этот таксист. О, ёлки, меня делают. Ребят, еще раз прошу прощения за гараж, за перекраску. Игра реально зафризила, мне пришлось и все повырезать. Для того, чтобы вы вот эти дергания мои не увидели. Я думаю, никому не приятно смотреть дергающуюся картинку. Итак, 283 км в час, это неплохо. 515 у меня общая скорость. Ёлки, блин, куда погнал? 154. Хотя можно было быстрее, я думаю. Я все равно не могу в повороты войти, ребят, ну не могу. Так, едем. Так. Вообще, ребята, перекрашивать тачки в яркий цвет — это не просто для понтов классно и для красивых превьюшек и видеороликов. Видеороликов, я имею в виду, перед гонками. А когда едешь очень быстро на этой тачке, ее сгоняешь, она посреди экрана у тебя яркая, и ты видишь, куда ее направить. Она в глаза лучше бросается. То есть я поэтому люблю яркие цвета в NFS. То есть цвета мокрого асфальта я не крашу машины. Хотя, может быть, кому-то нравится. Ну, на вкус цвет, как говорится, фломастеры, они всегда разные. Так, едем. 1408 общая. Я всего лишь на 70... Ух ты, 275, это неплохо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, кидает маленько машину. Я плохо с ней справляюсь, ребят. Гонщик из меня, конечно, еще тот. Отлично, хороший кадр. Я победил. Общая скорость 1682, 16 тысяч на личности. Ну вот примерно вот так вот мы ехали. Что у нас? Да, слушаю, Рок. Впереди у тебя номер четвертый, Джей Ви. Его тут любят. Победишь, полюбит тебя. Но не тяни с этим, а то все решат, что ты трус. Итак, 2-4, погнали, ребята. По старой доброй традиции я вызвал соперника на дуэль. У него прекраснейший Dodge Viper. Мне очень сильно нравится эта тачка, ребята. Я опять сделал красивые заставки для того, чтобы меньше было щелканий у вас на экране. Я хочу игрушку показать как более красиво, как у меня это получится. Потому что я не суперский монтажер или там блогер, я не знаю, как вы там скажете, или летсплейщик. Короче, я хочу, чтобы игра просто списалась красиво. Я люблю, когда все на своих местах и когда все красиво. Ну, что-то вроде абстракциониста. Ладно, короче, я гоню не об этом. Итак, как вы поняли, у нас это истребитель. Я не понимаю, кого мне тут истреблять. Dodge Viper, блин, догнать очень даже непросто. А поэтому тапку газа в пол, этого будет, конечно, я как понимаю, недостаточно. Надо просто рулить и ехать. Ну, про тапку в пол забывать тоже не надо. Итак, блин, да они откуда все взялись? Ребята, трафик охренительный. Я не справляюсь с этим движением, я обязательно в кого-нибудь влупляюсь. Не влепляюсь, а влупляюсь. 267 км в час, несмотря на то, что я в жопе, я лидирую.
Блин, классная фраза. Я в жопе, но я лидирую. Смотря где лидирую. Ладно, я просто первый по суммарному. Так, 214. Блин. Блин, я нервничаю, елки. Так, 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 так. Проходим, проходим. Аккуратно. Нет, все-таки, ребята, розовая ламба, она рулит. Ставьте лайки, если вам это нравится. Я просто так ради прикола, ради ржача поставил ей такой цвет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин. Но зато уровень разыскиваемости на единице. Я не знаю, будут ли менты с нами гоняться потом. 154. Позор. Кстати, его там развернуло. Его неплохо развернуло. Так, 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 аккуратно. Ёлки, блин. А все, ребята, финиш. Поздравьте меня, у нас все отлично. 1337 км в час. Точнее, ребята, не меня поздравьте, нас. Мы едем все вместе и играем вместе. Поэтому я предлагаю переходить дальше. Вот, видели, был истребитель, и у нас Drag Racing. Я не знаю почему, но это мое любимое. Я люблю Drag Racing. Ну что, погнали! Внимание на дорогу! Коробку передач переключаем как можно четче. И внимание на дорогу. Так, надо сконцентрироваться. Так, 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 едем, едем. Есть. Пришлось нитро чуть-чуть дать. Ай-яй-яй, блин, черт, елки. Офигеть. Блин. Есть скорость, хорошо. Блин, чуть не врезался. Да елы-палы. Блин, так, 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 так. Блин, меня обгоняют. Черт, надо нитро что ли добавить хотя бы. Так, так, так. Давай, да, блин, иди отсюда. Фу! Ну, можно сказать, это было почти изи, ребята. Почти. Но я был в напряжении. 200 км в час моя скорость. Ладно, истребитель номер 3. Номер 3 в смысле гонка. Мне диски у этой ламбы нравятся. Я прям не могу. Ну что, погнали, ребята, очередной истребитель, и я думаю, мы обязаны победить, и мы, наверное, обязаны отжать у него тачку, потому что тачка у него, конечно, огонь, ребят. Если мне сложно проходить гонку со своим соперником, это означает лишь два варианта. Первое, я хреновый водитель, второе, у него классная тачка. То, что я хреновый водитель, я как бы об этом я как бы и не спорю. Так, прошлись. Сейчас лишь бы скорость не терять. Ёлки, где радар? Блин, сволочь, а. Так, 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 аккуратно, аккуратно заходим. 252, а у него сколько сейчас будет? JV, у тебя сколько? Хотите? А, 215. То есть он что, в повороты хреново входит, что получается? Блин, я тоже как бы не аспу. Блин, я сокращалку потерял. Поздно, поздно заметил. Так, 252 километра, отлично. У Джея Вичо. Он пока не приехал. Он еще не там. 504, ребята, нам дышат в затылок. Так, едем. Взлетаем. Но это был не полет, это фигня. Блин, черт, опять фризануло. Ёлы-палы. Я прошу прощения, ребята, за вот эту фигню. Блин, я в следующей серии постараюсь получше настроить игру, но... Блин, я постараюсь. Итак, 170. Сейчас пока вот у меня тут фризит игра, тут можно просрать. Кстати, я в жопе. 674 километра, у него за 700. Поэтому права на ошибку нету. Блин! Я все-таки нажал R, ребят, потому что много времени теряю. 232 километра. Блин, еще какой-то придурок тут. Офигеть, он по прямой меня как ребенка делает, стоячего, в коляске причем. Нам, отфигово. Попробуем еще раз. Все-таки борьба такая, я бы сказал, жесткая. Мне приходится нелегко. Б,
Блин. Так. Аккуратно. Сейчас я попытаюсь сконцентрироваться, ребят. Я просто, наверное, вырезать этот момент не буду. Предыдущий, как я играл. Потому что, несмотря на то, что у меня игра фризила, я не буду говорить то, что это все из-за этого. Но я просрал гонку там совсем чуть-чуть. Но, я как понимаю, правила гонщика, чуть-чуть это уже является событием. Либо ты победил, либо ты не победил. То есть нет такого. Вот у меня. Отмазываться в гонках нельзя. Ты либо победитель, либо проигравший. В данный момент я проигравший, но я пытаюсь переиграть, ребята. Я, блин, постараюсь меньше хулиганить на трассе, меньше влепляться. Я надеюсь, это мне поможет. Блин, надо было срезать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, едем. Ну, в принципе, он от меня неплохо отстает, но я обратил внимание, его тачка по прямой офигенно ускоряется. Я лишь только на поворотах могу обойти, хотя я говорю, эта ламба в поворотах, она тоже не ас, но у меня получается обойти. Так. 278, но пока я в фаворе, ребята, 834 км в час, моя суммарная скорость. У Джея 800 с чем-то, то есть он, ну так, заехал. Плохо вылетает в поворот, а так скажем. Мне это на руку. Блин! 232. Ну, нормально. Не буду говорить, что плохо, это нормально. Блин, а что, финиш скоро? Блин, у нас всего чуть-чуть разница. Есть, это отлично, супер. Победа была нелегка, но я победил. Ну что, скажем до свидания нашему Джейви. Прощай. Итак, предлагаю выбрать жетон, ребята. Вдруг тачка выпадет. Итак, первый. О, зашибись. А второй жетон. И бабки. Бабки к тачке нам пригодятся.